Господи, уже конец августа, дачный сезон заканчивается. Вот, ну и немного расскажу о нашей даче. Наши картофельные поле купили систему разлива воды. Вот в этом году посадили для красоты подсолнухи. Перцы чувствуют себя в этом году у нас нормально. Вот даже вот немного пожелтели. Вот и в этом году жена посадила вот базилик. Это тоже с перцами вырос. Малина наша прошлой зимой вымерзла вся при минус 55. Вот и начинает по новой. Кошмар. Очень мало малины собрали в этом году. И малина растет как сорная трава. Здесь, по идее, мы посадили многолетний лук. Батон. Лук растет, вот бьется с малиной. Посадили японские семена салата. Ну, салат, в принципе, как салат. Но просто мы его не едим. В этом году у нас огурцы что-то слабо. В прошлом году тоже был пустоцвет, в этом году тоже слабо. Три сорта посадили, но китайский вот этот лучше. Зозуля что-то в этом году слабо, и корнишоны тоже. Посадили новый сорт помидоров, вспышка, ну, не требует большого ухода, быстро зреет. Вот как нам говорили. Но плоды маленькие, на любителя. Нам очень понравилось. Но кабачки, к сожалению, в этом году слабо. Очень слабо кабачки. Очень. Вот разрослись, а плодов мало. Ну и вот одеревенел салат. Не доели, не успели. Вот, тоже приправы для огурцов посадили, а огурцов нет. С морковью сложное отношение. Но посмотрим, как в этом году она у нас вырастет. Посмотрим. Так, картошку свою уже пробуем. Так как поливали, она достаточно крупная. Ну, крупнее, кажется, чем в прошлом году. Вот такие новости с дачи.